Десятилетней Асие нужно регулярное лечение, массаж и физкультура в первую очередь. Раньше приходилось бегать по больницам, а теперь доктора приезжают на дом. Ребенок очень довольный, стал спокойный, просыпается по утрам с улыбкой и ждет занятий. Это очень удобно, тем более для нас, для многодетных семей. Это очень хорошо. Я благодарна им, что они не оставили нас без внимания. В Самаре появилась новая медицинская услуга – выездные мобильные бригады врачей областного реабилитационного центра для детей-инвалидов. По госпрограмме «Доступная среда» и формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации в Самарской области купили спецмашину и оборудование за 1,5 миллиона рублей. Бригада врачей на выезд формируется каждый раз индивидуально, в зависимости от помощи, которая необходима ребенку. Это могут быть психолог, логопед-дефектолог, невролог, педиатр и массажист. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что у нас в регионе достаточно много таких семей, в которых дети физически не имеют возможности или родители не способны, и привозить их на курсы реабилитации, стационарные или полустационарные наши центры реабилитации, которые расположены по всей области. И, как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Для того, чтобы вызвать мобильную бригаду врачей, нужно написать заявление на предоставление соцуслуги в реабилитационный центр. Десятидневный курс лечения ребенок может получить минимум раз в год. При необходимости процедуры можно повторить. Лариса Шалафаст, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.